Пилотный проект реализуется через жилстрой Сбербанк. Первое требование для участия в программе – заявитель должен встать в очередь на жилье в акимате. Также необходим первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры. Для получения льготного жилья по программе «Шанрах 5-10-20» в требование входит, чтобы именно были очередниками местного исполнительного органа с 1986 по 2010 года. Также по данной программе будет учитываться, чтобы на каждого члена семьи доход не превышал суммы 101 270, что является 3,1 прожиточного минимума в нашей стране. Напомним, по данной программе жилье можно получить только в домах, включенных в специальный список. Со списком можно ознакомиться на сайте банка. Цены за один квадратный метр предварительно согласованы. К примеру, в Нур-Султане стоимость не должна превышать 220 тысяч, в Алматы – 240 тысяч, в Кокшетау – 160 тысяч тенге. Стоимость жилья не должна превышать 12 миллионов тенге. Подача заявки на программу также упрощена. Клиент заходит на сайт жилстрой Сбербанка, появляется окошко «Доступное жилье», выбирает программу «Шанрах 5-10-20», далее заполняется ИИН и сотовый номер данного клиента. Так они отправляют заявку и могут проверить, могут ли они участвовать в данной программе. Если они могут участвовать, в течение 3 дней с ними связывается оператор нашего банка. На реализацию пилотного проекта из республиканского бюджета планируется выделить 210 миллиардов тенге. По предварительным прогнозам, порядка 8 тысяч семей обретут заветное жилье. По Акмолинской области на сегодняшний день подано более 100 заявок, из них 28 одобрены. Зарина Дюсекеева, Ердогуль Дадабасқызы, Павел Соловьев, Кокша Ақпарат.